всю прошлую неделю социальные сети Башкирии обсуждали фото новоиспеченных депутатов Госсобрания Республики Башкортостан. На этих фотографиях куча мужиков в белых рубашках нелепо размахивают ручками, делая какую-то вдохновляющую или отрезвляющую гимнастику. Жители республики, ну они же избиратели, правомерно возмутились тому, как проводят служебное время те, кому зачастую выделяется от 300 до 500 тысяч рублей зарплаты, и от которых они ждут хоть каких-то действий и улучшений собственной жизни. А эти мужички размахивают своими румяными ручками, значит, в белых рубашечках и делают гимнастику. Кроме этого, зоркие избиратели разглядели в кадре странные татуировки на руке одного из депутатов-физкультурников. И просвещенная в тюремной тематике публика даже сделала предположение, что перстень, который был вытатуирован на пальце одного из оздоровляющихся, это признак высокого положения в воровской иерархии. Впрочем, это мог быть просто-напросто Джефф Монсон, распортаченный с макушки до пят сюжетами, зачастую, в общем-то, противоречащими доктрине партии «Единая Россия». Ну, собственно, Джефф Монсон теперь вынужден ходить наглухо застегнутый на все пуговицы, потому что некоторые высказывания, которые нанесены на его тело, действительно четко и противоположно противоречат тем концепциям, которые выдвигает нынешняя власть.